Начну вот прям в лоб. Stanley Parable — это, возможно, не самая лучшая игра, которую вы встречали, не шедевр, но в рот мне ноги она точно одна из самых необычных из всех существующих. Каждая игра, по идее, конечно, пытается брать какой-то своей особенностью, которая отличает ее от огромного множества других проектов. Так вот, Stanley Parable — это дешевый проект, слепленный на коленке одного энтузиаста в далеком 2011 году на движке Source. Уже интересно, да? Это когда ж такое было, чтобы какую-то поделку на этом движке потом прославляли сотни тысяч игроков, а? Фанаты контры. Ох уж этот Source. Модификация так понравилась людям, что в 2013 году автор выпустил доработанную версию уже в виде полноценной отдельной игры. И по мнению некоторых изданий, эта игра стала лучшей игрой 2013 года. И чем же, объясните на милость, проект за 50 копеек, короткий как жизнь бабочки-однодневки, взял за душу из-за кошельки огромное количество игроков? Это вроде как простой вопрос, а вроде как и не очень. Понимаете, у меня даже при попытке классифицировать игру по жанровой принадлежности уже сомнения возникают. Квест? Вроде да. Но вроде многие элементы квеста отсутствуют, например, такие мелочи, как загадки. Адвенчура? Безусловно, но в этом ключе адвенчуры можно назвать вообще все что угодно. Интерактивное кино? Ну, как бы есть что-то от него, но... Знаете, наверное, это ближе всего к истине. Начало ни хрена не интригующее. Под монотонное бубнение диктора о том, как в каком-то офисе работал некий Стэнли, и его работой было нажимать на кнопку, мы видим, как в офисе сидит некий Стэнли и нажимает на кнопку. Ой... Так, в общем, если вы ждали чего-то серьезного, зря ждали. Игра несерьезна, она гротескна в своих аллегориях. С другой стороны, она, наверное, даже не пытается эти самые аллегории выстраивать, она просто в лоб проводит параллель с некоторыми аспектами человеческой жизни, рассказывая про нежелание делать выбор и нести ответственность за его последствия, про ведомость, неосмысленность окружающей действительности и про некоторые другие подобные моменты. Я тут все хожу вокруг да около, потому что не знаю, как рассказать, о чем же игра. Давайте так, игра о выборе, с одной стороны. То есть смысл в том, что некий условный Стэнли, это мы, в неком офисе только и занят тем, что всю жизнь нажимает на кнопку по команде, но однажды тюк, и команды перестают приходить. Опа! Что ж теперь делать? Стэнли не по себе. Это ж как же так, он столько лет жил по команде и самостоятельно уже давно разучился жить. У человека паника? Уже улавливаете параллель? Не обязательно самим таким быть, достаточно просто по сторонам оглядеться. Полмира так живет. Боится само думать, само решать, само нести ответственность за последствия выбора. Оно ведомо, не способно осмыслить окружающую действительность. И многие другие подобные моменты. Так о чем бишь я? А, ну да. Стэнли решает спросить совета, да не у кого. Офис совершенно пуст. Ну и Стэнли идет искать хоть кого-то. Вроде бы все происходящее воспринимается как какая-то мистификация, но дело не в этом. Это условность, которая позволяет рассказать историю. Историю Стэнли. Такую же бессмысленную, как и все происходящее вокруг. На счастье Стэнли он не совсем один. Его ведет голос диктора. Диктора, который и рассказывает эту историю. В каком-то смысле он и есть устроитель этого большого квеста. Хотя, трудно назвать это квестом, ведь многие его элементы отсутствуют, например, такие мелочи, как загадки. Адвенчура? Но в этом ключе адвенчуры можно назвать вообще все что угодно. Интерактивное кино? Да, наверное, это оно. Диктор — это тот, кто пишет сценарий по ходу игры. Точнее, сценарий уже написан. Ну и про что же, он спросите вы? Он про нежелание делать выбор и нести ответственность за последствия этого выбора, про ведомость, неосмысленность окружающей действительности и о некоторых других подобных моментах. Странное ощущение, если честно. История глупа, проста и наивна. Она о том, как Стэнли выбирается из офиса и начинает жить новой счастливой жизнью. Так как игра очень уж короткая, я не хочу в подробностях пересказывать все ситуации, но суть этой истории и ее концовки в том, что Стэнли жил не своей жизнью, потому и жил он по чужой указке. А теперь он обрел свободу. А что есть свобода? Возможность делать выбор? Разве? И какой же выбор сделал Стэнли? Следовать командам диктора, чтобы прийти в определенную точку сюжета? И это и есть свобода выбора. Уже улавливаете параллель? Не обязательно самим быть таким, достаточно просто по сторонам оглядеться. Полмира так живет. Однако игра не была бы такой интересной, если бы все было так просто. Диктор, выстраивая историю прямым текстом, говорит, что тебе делать, но что если сделать тот самый выбор? Выбрать не следовать сценарию. Тогда сценарий изменится. И меняется он явно не так, как хотел бы сам диктор. Ведь кто такой этот диктор? Он рассказчик, да.
Он, это такой же Стэнли, елейным голосом рассказывает, почему следование по проторенным дорогам принесет тебе счастье, почему хорошо не когда ты думаешь, а когда за тебя уже подумали, почему отклонение от привычного пути или любое подобное изменение – это риск и неправильно, что лучше бы ты слушал, что говорят умные люди, следовал их указаниям, а не пытался импровизировать и жить так, как хочешь ты. Да, этот диктор есть внутри каждого из нас, и он медленно убивает нас. Он всем нам хорошо знаком. Вы ведь уже поняли, о чем я, да? Нет? Странно. Подумайте. Вы слушаете этого диктора каждый день в течение всей жизни, а в конце встречаете его воочию. Это, конечно же, мое предположение, но разве не этому учит игра думать самостоятельно? Вы ведь еще не забыли, про что она? Про нежелание делать выборы, нести ответственность за последствия, про ведомость, неосмысленность окружающей действительности. В общем, про то, против чего мы с разной степенью успешности боремся каждый день. Только лишь Стэнли делает выбор отступить от сценария, как диктор тут же начинает укорять его в том, что он все портит и что так делать не надо. Вернись, пожалуйста, на рельсы. Иногда вернуться действительно можно, но иногда хочется зайти еще дальше. Или, правильнее сказать, провалиться еще глубже. Игра то и дело вместо настоящего выбора подкидывает тебе его иллюзию, заставляя думать, что власти над ситуацией у тебя гораздо больше, чем есть на самом деле. Диктор каждый раз подстраивается под новые события. Или делает вид, что подстраивается. Притом он совершенно не гнушается ломать четвертую стену. Если честно, он занимается этим так часто, что проще сказать, когда он этого не делает. Вообще поражает количество продуманных ситуаций. Даже для такой маленькой игры их тут очень немало. Самый простой пример. В первый раз ты оказываешься в комнате и тебе рассказывают: «О боже мой, как же Стэнли выберется? Жаль, что он не в курсе, что на панели можно набрать секретный код такой-то. Откуда же ему знать?» И действительно, но ведь мы знаем его при повторном прохождении этой ситуации, и вот рассказчик не успевает договорить предложение, как мы уже наперегонки его вводим, и что получаем? Укор за то, что мы так спешим по сюжету, что не даем ему закончить. Так что вот, посиди-ка минутку, послушай музыку расслабляющую. Как видите, игра помимо ломания четвертой стены пестрит юмором. Рассказчик любит пошутить. Очень любит. Шутит он не напрямую, анекдоты он не рассказывает, просто ситуации создаются комичные. Хотя нет-нет, да и сам рассказчик начинает шутить шутки и подкалывать игрока. Нет, не Стэнли, игрока, нас с вами. Ломание четвертой стены, да. Оно тут повсюду. Если честно, он занимается этим так часто, что проще сказать, когда он этого не делает. Также он очень любит провокации, заканчивающиеся не всегда чем-то забавным, если уж так подумать. Однако, хоть игра и всячески пытается вполне успешно вызвать улыбку, присутствует в ней некая доля чего-то ужасающего. Если подумать, ведь по факту мы в мире иллюзий. Неважно, как он выстроен, каким инструментом – магия, матрица, голограмма, контролируемый эксперимент или тотальный контроль над всеми, или же просто фантазм в чьей-то голове – это не имеет значения. Важна лишь суть происходящего. Что будет, если выйти за рамки? Трудно сказать. А может ли так быть, что за рамками нет ничего? Потому что никто не ожидал и не желал, чтобы ты за них выходил. Возможно, там пустота. Вроде бы и все происходящее воспринимается как какая-то мистификация, но дело не в этом. Это условность, которая позволяет рассказать историю. Историю Стэнли. Или же нашу историю. Сильно ли мы отличаемся от Стэнли в конечном счете? Да, мы не заперты в настолько узком коридоре из шести очень интересных, местами смешных, а местами жутковатых концовок. Тут есть, кстати, даже возможность проиграть с самого начала игры, просто ослушавшись первой же команды. После чего игра начнется сначала, а на нас нахлынет чувство дежавю. Возможно, и в первый раз. Так вот, нет, наш коридор несколько шире. Но меняется ли при этом его форма? Решать каждому из нас, самому за себя. Если уж проводить такие параллели, только мы решаем, как нам жить. Ведь в отличие от Стэнли, мы не лишены свободы выбора, не так ли? Если, конечно, он не так же иллюзорен, как и выбор Стэнли. Ведь вы уже поняли, о чем я? Нет? Странно. Подумайте. В общем, это очень неоднозначная игра, как по мне. Для обычных, нормальных людей это юмористическое приключение на 2-3 часа про ломание четвертой стены. Для таких сумасшедших, как я, любящих искать смысл и его истоки во всех явлениях, это, помимо прочего, еще и довольно жуткая игра. Кто знает, возможно, она таково и задумывалась в голове создателя. Кстати, есть одно неудобство, связанное с тем, что в Steam игра не имеет русской озвучки, хотя она существует. Ее придется скачивать отдельно в интернете, так как русская озвучка сделана шикарно и полностью передает юмор и жуть ситуации. Вообще, рассказчик так понравился людям, что годом позже он появился в виде голоса в Dota 2. Учитывая популярность последней, это о чем-то договорит. Стэнли Парабл даже фигурировала в сериале «Карточный домик», что тоже наверняка дорого.
дорогого стоит. Вообще, можно только порадоваться за создателя игры. Ведь когда-то это был всего лишь дешевый проект, слепленный на коленке одного энтузиаста в далеком 2011 году на движке Source. Уже интересно, да? Это когда ж такое было, чтобы какую-то подделку на этом движке потом прославляли сотни тысяч игроков, а? Фанаты контры. Ох уж этот Source. Удивительная вещь. Понимаете, у меня даже при попытке классифицировать игру по жанровой принадлежности уже сомнения возникают. Подождите, я это уже говорил раньше, да?